Молодожены – главные зрители возрожденного мюзикла «Мама Мия». Ведь история как раз о свадьбе. Вы даже не представляете, огромное количество звонков таких было с просьбой повторить мюзикл «Мама Мия». За эти 5 лет я получил колоссальное количество e-mail'ов. Здесь как бы одни хиты. Аппа, это наше все. Боже мой, одна женщина, 3 мужчины, это же фантастика. По сюжету молодая девушка Софи выходит замуж и на церемонию решает пригласить отца, которого никогда не видела. Но вскоре выясняется, что кандидатов на это место сразу 3. 22 хита Аббы. Все переведены на русский язык. Их актеры поют вживую. Удивительно, но актерский состав в 3-м сезоне практически не поменялся. А вот сам спектакль стал эмоциональней. Актриса Елена Черквиани играет в мюзикле с 2006 года, но уверяет, что роль учила заново. Я не думала, что что-то еще можно интересное новое в себе открыть, разрыть, найти. Изменилось и оформление мюзикла. Появились новые костюмы в стиле диско и новые декорации. Декорационный сет. У него есть возможность перемещения, то есть, если что, мы можем куда-то поехать попросить с гастролями. На сцене солнечная Греция. Главный секрет южного загара актеров – солярий, который стоит за кулисами. За 2 прошлых сезона, с 2006 по 2008 годы, мюзикл посетили 600 тысяч зрителей. «Мама Мия» стала самой успешной российской постановкой и была занесена в Книгу рекордов России. Мама Мия! Юлия Еремина, Ильнур Валиахметов, Первый канал.